2017 год в моем сегменте бизнеса ознаменовался исключительными сдвигами. Прежде всего, это облачные технологии информационных систем. И с этим очень много связано последствий для наших клиентов. То, что они называют цифровизацией бизнеса. Следующий год, по всем прогнозам, и у всех на слуху, ознаменуется такими трендами, исследованиями, новыми технологиями, как искусственный интеллект, машинное обучение, сетевые технологии в смысле блокчейна. Но за этими всеми фразами непонятно, что стоит. Прежде всего, я считаю, что это предиктивная аналитика. С использованием вот этих современных технологий прогнозы в реальном времени о наступлении каких-то очень важных событий. Это могут быть опасные события, а могут быть, наоборот, приятные, о которых необходимо узнать вовремя. Через 10 лет я себя представляю входящим в потоки людей в метро вагона, и на лету камера производит идентификацию по выражению моего лица. И когда я буду доставать телефон, на нем уже будет весь тот контент, о котором я еще даже не успел подумать. А наши партнеры будут зарабатывать на интеллектуальной собственности, на развитии и разработке алгоритмов, интересных алгоритмов, вот как обработать всю эту информацию. Что мне предложить такого интересного, полезного именно для меня? Может быть, я что-то забыл, и они мне напомнили, сказали в нужный момент. Кроме этого, технологии виртуальной реальности. Все машины будут ездить без водителя, но это скучно, особенно в нашу такую унылую пору зимнюю. Я хочу ехать в очках виртуальной реальности, а может быть внутри автомобиля уже и без очков, и наслаждаться солнечной, прекрасной летней погодой, не замечая, как я доеду до работы в это время, управляя движением руки моим бизнесом. Ни в какие технологии не надо сейчас инвестировать, чтобы менять их через 2-3 года. Заказывайте облачные услуги, и все оборудование поменяют за вас. А главные инвестиции – это в интеллект. Как часто рассказывают анекдот про современного ребенка, когда его спрашивают: «Ты хотел бы быть бухгалтером?» «Нет». «Его скоро заменит искусственный интеллект». «Ты хотел бы быть адвокатом?» «Нет, их уже заменил искусственный интеллект». «А кем же ты тогда хотел бы быть?» «Искусственным интеллектом». Вкладывайте в детей, в их интеллект. Форум мне понравился прежде всего тем, что представлены реальные решения. Люди действительно хотят работать. Очень дружелюбная атмосфера. Я считаю, такой форум может быть выражением национальной идеи, что сейчас нам так не хватает. Создать действительно цифровую Россию. Всем вместе.